Выпускники Кызылкугинского района попрощались со школой. Торжественный вечер был организован в парке молодежи. В нем приняли участие отличники 12 учебных заведений. Парк молодежи, расположенный в центре района, были приглашены отличники учебы со всех сельских округов района. Аким района Арман Баженов поздравил собравшихся с праздником и пожелал выпускникам удачи. В этом году школу закончили 377 выпускников. Из них 10 человек – обладатели алтын белгі. Құрметті түлектер, еліміздің жоғары оқу орындарында 530 мыңнан астам жас оқып жатыр. Уважаемые выпускники, 530 тысяч молодых людей обучаются в высших учебных заведениях страны. Из них 30% обучаются по гранту, выделенных государством. Для повышения доступности и качества получения высшего образования, согласно 5 социальным инициативам президента, было поручено выделить дополнительно 20 тысяч грантов к ежегодным 54 тысячам. Хочу пожелать вам от имени общественности района стать высококвалифицированными специалистами, которые в будущем внесут достойный вклад в процветание нашего района. На лице выпускников читается волнение и радость. 10 отличникам учебы аким района прикрепил нагрудные знаки «Алтын белгі» и вручил аттестаты. Среди них были и приехавшие из Каздигаринского сельского округа Нурпейіс Мендигалиулы. Я выпускник Жана Шаруасской казахской средней школы. Выражаю благодарность своим родителям и учителям. Всех отличников учебы поздравляю с праздником. Желаю всем достойно пройти единое национальное тестирование и стать хорошими специалистами. Моя дочь окончила среднюю школу имени Беркаира Аманшина. От имени родителей и от себя лично желаю ей и всем детям удачи в будущем, получить высокие баллы в едином национальном тестировании. Еще одним из пожеланий собравшихся было удачно пройти единое национальное тестирование, получить образование по выбранной профессии и внести свой вклад в развитие района. Выпускник школы Сагистского сельского округа Шаттық Журкеш выбрал свою профессию уже в стенах школы. В будущем он хочет развить туристическую отрасль страны. Желаю доброго пути всем выпускникам, выражая признательность своим учителям, здоровья родителям. На торжественном вечере ставшим традиционным выпускники пели песни, танцевали с учителями. Вечер завершился праздничным салютом. Айсауле Ардаққызы, Жанас Кожырбаев, Жанар Сағынышқызы, Кызылкугинский район.